Всем привет! Я вам хочу показать один прикол, который я заметил в подвале соседа. Сейчас увидите его. Так, как в спидране берем этот щит. Так, мы прятаться-то можем? Все, прячемся. Нам главное дойти до финальной двери. Все, идем сюда. Проходится все стандартно. Прикол. Иногда стул попадает в края стены и не разбивает кирпичи. Приходится заново проходить. Тут бросаем. Может быть, даже так прокатит. Так, нет, лучше под углом. Прикол. Меня закинуло. Кто-то уже в дверь бьется. Вот это уже интересно. Я вам нет, хотел прикол показать. Можно сюда поставить щиток. Так, это уже какой-то триллер получается. Смотрите. О, меня обратно, видимо, кинуло. Да, иногда такое бывает. Представляете? Выкидывает обратно. В начало. Бордо жалапывать. Это у нас Маугли. Нечто пока пройдет. Как меня туда закинуло, мне бы так на спидране залететь. Стулом сразу в стену. Бросаем. Все, перелетели. А, у нас, видимо, просто закидывает. Смотрите, сейчас прикол. Вот мы отходим, можем бежать от него. Но можем просто пройти насквозь. А чтобы пройти насквозь, надо присесть. И все, мы попадаем к соседу. Просто вот сосед у нас валяется. И кто-то в дверь колотится. Как вам такой прикол? Сосед сидит. Просто пролезаем через дверь. А если просто встанем, то мы можем смотреть через нее. Он с нами побежит или нет? А, там у нас финальный босс. Давайте обратно вернемся. Не, можем пройти легко. Ой, я сквозь него прохожу. Я сосед. Видите, мои ноги. И кто-то долбится еще в дверь. Это очень так-то страшно. Не советую вам проходить игру ночью. Все, вам прикол показал. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, кто это видел, кто нет. С вами был Топси, всем пока.